Зачем сдавать кровь на ПЭПА? Стоит отметить, что мнение по поводу информативности данных тестов существенно расходится, кто-то считает их максимально полезными и способными выяснить аномалию еще на ранних сроках, а кто-то считает, что проводить такие исследования абсолютно нет смысла. Потому что при проведении осуществляется очень много погрешностей, и они не способны со стопроцентной вероятностью выявить болезни и заболевания у плода. Сейчас такие скрининги введены в список обязательных, поэтому отказаться женщина не может. Зачем сдавать кровь на ППП? АПАП представляет собой ПЭП. АПАП – обычный гормон-протеин, который вырабатывается в плазме. Обычно он продуцируется клетками плаценты, а также тромбоцитами. Поэтому при постоянном росте плаценты показатель в крови увеличивается. В ходе проведения манипуляции берется венозная кровь и проводится анализ. ППП, АПАП, относится к цинкосодержащим и является весьма значимым показателем при проведении первого скрининга. Ведь именно по недостатку данного протеина можно судить о наличии некоторых генетических заболеваний у плода. Очень информативной концентрация данного белка является при синдроме Дауна, Эдвардса и Патау. Именно при этих трисомиях в 13, 17, 21 хромосомах наблюдается существенное снижение уровня данного протеина. Стоит отметить, что могут наблюдаться в 5% случаев ложноположительные результаты. Ни в коем случае не нужно очень сильно нервничать, переживать, так как никто при повышенном уровне данного протеина вас не направит на аборт. Проводится еще масса дополнительных исследований, которые позволяют подтвердить или развеять возможность рождения плода с трисомиями. Для женщин, возраст которых превышает 35 лет при наличии родов или беременности больными детьми. Генетическая предрасположенность, наличие в роду кого-то с синдромами Дауна, Патау при многократных выкидышах. Именно в таких случаях максимально информативным и полезным будет данный тест. Он позволит действительно в максимально короткие и ранние сроки выяснить возможные патологии ребенка. ППП. А при беременности, норма 12 недель, таблица концентрации норма гормона ПЭП. А при беременности, неделя беременности норма в мед, мл норма в мом 890,17-1,54 от 0,5 до 2. 9, 10, 0,32, 42, 0,5, 10, до 2, 10, 11, 0,46, 0,76, 0,56, до 2, 11, 12, 0,74, 0,56, 0,56, до 2, 13, 14, 1,47, 8,57, 5,4, 0,56, 0,57, до 2, согласно таблице ПЭП. А при беременности норма 12 недель составляет 1,36,1 мет, мл. Почему ППП понижен, причины низкий ПЭП. А. Причины – наличие синдрома Эдвардса, наличие синдрома Дауна, наличие синдрома Патау, который характеризуется расщелинами в небе, тугоухостью и недоразвитием зрительного нерва. Недоразвитие плода, его гипертрофия из-за недостатка питания. То есть плод внутриутробно развивается крайне медленно, так ему не хватает питательных веществ. Неправильное взятие венозной крови. Стоит отметить, что обычный анализ на этот гормон назначает вместе с ХГЧ. При пониженном ППП обычно повышается ХГЧ. Суммарно они помогают подтвердить или развеять возможность патологии беременности. Почему ППП повышен, причины? О чем говорит повышенное содержание данного протеина? Несмотря на то, что в основном этот анализ проводится, чтобы среагировать на низкое содержание протеина в крови, много, о чем может сказать и повышенная его концентрация. Причины повышения концентрации ПЭП. А многоплодная беременность, неправильно установленные сроки беременности, в данном случае превышение срока беременности, становится причиной повышения уровня протеина. Некоторые неполадки с плацентой. Она может быть увеличена в размерах и продуцировать огромное количество белка. Действительно, при повышенном уровне данного белка назначается еще УЗИ, в частности толщина воротникового пространства, а также ХГЧ. Лишь по отношению друг к другу этих веществ в крови можно судить о возможных нарушениях плода. То есть проводится своеобразное комплексное обследование.
Если же результаты по-прежнему подтверждаются, то беременной могут назначить исследование амниотической жидкости и пункцию хориона. Если же результат подтверждается, то беременным говорят, что ребенок родится нездоровым и предлагают избавиться от плода, вызвав искусственные роды, прерывая беременность. Что такое ХГЧ, норма ХГЧ при беременности? ХГЧ – это гормон, который вырабатывается оплодотворенной яйцеклеткой. Его продуцирование начинается после того, как зигота вросла в слои матки и продолжает развиваться. В самом начале беременности концентрация этого гормона в крови увеличивается примерно в 2 раза ежедневно. Соответственно, ближе к 11 неделе беременности наблюдается максимум концентрации данного гормона. Зачем проводят анализ на ХГЧ при беременности? Он является достаточно информативным и позволяет выяснить, есть ли у ребенка патологии в развитии и нормально ли протекает сама беременность. Дело в том, что повышенное значение ХГЧ может говорить о многих недугах. Точно так же и его пониженная концентрация. Вообще при помощи этого гормона не определяется срок беременности, и анализ проводится вовсе не для того, чтобы подтвердить или опровергнуть срок беременности. В основном данный анализ проводится с целью выяснить патологии беременности и плода. Для чего вообще проводится анализ ХГЧ? В основном это не отдельный компонент, который исследуется, проводится комплексная работа, в ходе которой выясняется содержание других протеинов в крови. Это помогает подтвердить или опровергнуть наличие у плода хромосомных заболеваний. Почему низкий ХГЧ на скрининге – причины? Низкий ХГЧ на скрининге – причины – беременность, которая развивается за пределами матки, то есть в фаллопиевой трубе наличие патологии у плода. Действительно, при некоторых хромосомных нарушениях изменяется концентрация ХГЧ в крови, и его норма существенно снижается от допустимой. Сахарный диабет. При этом недуге возможны гормональные отклонения. Прием некоторых лекарственных или гормональных препаратов. При этом довольно информативным может быть и повышение ХГЧ. Обычно оно говорит о многоплодной беременности, о неправильно поставленном сроке беременности, а также при наличии некоторых недугов и пузырном заносе. Скрининг первого триместра беременности, норма ХГЧ и ПЭПА в 12 недель. Стоит отметить, что чаще всего в ходе первого скрининга проводят анализ совместно на ХГЧ и ПЭПА. Он осуществляется с 10 по 13 неделю. Совокупность и соотношение концентрации этих гормонов позволяет уяснить и определить возможное наличие у ребенка хромосомных нарушений и разнообразных синдромов. Проще говоря, позволяет определить, является ли ребенок нормально развивающимся или больным. Вообще по отдельности не рассматривают концентрацию ХГЧ и ПЭПА. Обычно норма ХЧГ и ПЭПП, а в 12 недель должна оцениваться в совокупности. Дело в том, что по отдельности они малоинформативные, однако вкупе, вместе с результатами УЗИ, в ходе которого измеряют толщину воротникового пространства, наличие и визуализацию толщину носовой кости, а также длину тела ребенка. Вместе со всеми этими компонентами исследований можно выявить 90% хромосомных патологий и диагностировать около 90% детей, которые страдают синдромами Эдвардса, а также Дауна. Особенности скрининга первого триместра беременности. Вообще, к повышению уровня ХГЧ и ПЭП, а относятся с большим снисхождением, нежели к их понижению. Ведь повышение концентрации гормонов может быть связано с разными естественными причинами. В то время, как существенное снижение концентрации гормонов и отклонение от нормы, говорит о наличии возможных патологий у плода. Поэтому чаще всего снижение концентрации ХГЧ и ПЭП, а, вкупе с большой толщиной воротникового пространства, также слабой визуализацией носовой кости, может говорить о действительно болезни ребенка и его неполноценности. Дело в том, что необходимо также правильно готовиться к сдаче подобных анализов, потому что игнорирование правил отбора крови может привести к существенным искажениям результатов анализа. Необходимо на протяжении нескольких дней перед сдачей анализа ограничить потребление сладкой жирной пищи, также полностью исключается прием каких-то лекарств, в том числе гормональных. Проводится сдача крови утром натощак, необходимо, чтобы прошло как минимум 8 часов после последнего приема пищи. Судя по таблице, значение норм гормонов ХГЧ, а также ПЭП, находятся в довольно широких пределах и могут отличаться у разных женщин.
Это является абсолютной нормой, так как репродуктивная система женщин отличается, в том числе может отличаться и развитие детей, что сказывается на концентрации гормонов в крови. Стоит отметить, что не стоит очень серьезно относиться к подобному скринингу и раньше времени поднимать панику. Даже если пределы далекие от нормы, обычно назначаются повторные исследования и дополнительные анализы. Довольно часто, после проведения повторных анализов, результат не подтверждается. Это связано с тем, что в лаборатории также могут ошибаться, ведь данные манипуляции проводит в основном техника, вполне возможны некорректные результаты. Поэтому раньше времени не волнуйтесь, ведь нервничать беременным нельзя.